Прежде всего, вот как вы считаете, кого мы воспитываем? Вот я с вами в корне не согласна. Мы прежде всего воспитываем родителей. Мы воспитываем мам и пап, которые должны быть высоко интеллектуальны, высоко образованы, способные образовываться дальше и таким образом образовывать своих детей дальше. Ведь рождение каждого человека, это знают все, родился человек, он генетически закладывает несколько поколений в себе. И вот насколько образованы его родители, они помогают ему вот эту генетику вытаскивать и развиваться. И это очень важно, потому что когда человек имеет музыкальное, я подчеркиваю, музыкальное образование, которое дает вот очень четкое представление, развивает, во-первых, три вида памяти одновременно, слуховую, двигательную и зрительную. Во-вторых, она развивает аналитику, она развивает творческое начало. Мышление развивает совершенно фантастически, потому что очень часто мелкие позиции нужно объединить в очень крупные представления. Поэтому вот такое образование дающее, которое даем мы, а не кто-то другой, не училище, которое уже на этой базе развивается, не консерватория, которая дает колоссальный обзор, понимаете, музыкальных представлений, совершенно на другом уровне, а именно мы. Начальное образование, очень важное образование, очень важное в отношении какого-то внутреннего культурного состояния каждого ребенка, каждого человека и его представления. Что дают именно занятия на инструменте? То, что интеллект развивается, крыть нечем, так и есть. То, что тренируется память, то, что укрепляется воля, это точно. Детям приходится воспитывать себя и делать над собой какое-то усилие. Это колоссальная вещь. Потому что это то, что по жизни... То есть мы готовим к этой жизни в итоге. Понимаете, потому что по жизни вот так вот, как они сидят в классе, отключаясь, они не проживут. Они приходят и к нам пытаются защитное представить. Они в школе колоссально научились это делать. Защитная реакция срабатывает моментом. И у нас пытаются тоже. А мы, получается, должны вот это пробивать, их вот эту защитную, вот эту стеночку, это стеклышко. То, что внимание концентрируется, то, что воображение развивается, те переживания музыкальные все-таки им приходится переживать. То, что трудовые навыки пробиваются, куда деваться, ничего не сделать. То, что фантазия у них, мы пытаемся вытаскивать, ничего, все равно приходится. И то, что у них получается вот в работе, я говорю, у них идет очень много одновременно вот концентрации внимания и звуковысотность, и химический рисунок, и два нотных стана. И аппликатура, артикуляция, и фразировка, и динамика. И одной рукой, и другой рукой, а еще и вместе. Понимаете? Но тут столько включается, что мама не горюй. И вот это все надо родителям популярно объяснять. Другого выхода я не вижу. Они говорят, мы вам платим, а вы обучаете. Я тут три года вообще одна заявила у нас. Три года я и вожу, что это такое? Что? Я плачу, а что еще заниматься с ней должна? И дети, они ведь зеркало своей семьи. Если... У детей сейчас масса проблем. Проблемы и психологические, и проблем медицинских очень много. А сейчас как-то вот внимание короткое. Заставить вообще куда-то глянуть не хотят. Какое-то над собой чуть-чуть усилие сделать – это беда. Это либо слезы, либо это раздражительность, молча надо, чем пристал. Одна все время рыдала. Вторая, причем слезы горькие, но такие крупные, но настоящие. Но ребенок перед такой маме, понимаете, что получается? Если ребенок слышит,
Ребенок уже начинает, он на сальфеджио, он говорит уже, там все ребята делают, она говорит, а я не хочу, я не буду. Славное существо пока. Вот я не знаю, но нельзя опускаться до того, вот, преподавателю, чтобы вот, бояться ученика. Ведь даже это имеет место. Бояться, вот он придет, ты ему скажешь что-то, а он уйдет. И все. Если присутствует аргумент, а мы не собираемся становиться музыкантами, что? Да. Это у нас тоже есть такое. Я тогда говорю, вы для себя политика. Покупаете невкусные продукты, вы для себя делаете плохо в квартире. Почему же тут для себя надо делать хуже, чем куда-то? Понимаете, вот этот момент тоже. Вот они считают для себя, я плачу, и оно пусть ходит. Тогда, наверное, есть другие места. Объяснять им, конечно, что у нас все равно программа, что у нас все равно выступление, что у нас то, что дает ребенку потом возможность все-таки владеть тем, чем не владеют те другие. Он приходит за тем, чтобы вот ему сказали, что надо делать, он идет домой и это делает. И вот это самое трудное, по-моему, объяснить вот этим нашим родителям. А когда для себя просто походить, ну лучше пусть в лепку ходит. В лепку, в рисунок, там, где не задают надо. Где нет вот этих необходимых все-таки тренировок, которые нам никак без них. Он что, знает ощущение времени? Он что, знает, зачем он вот это делает? Он делает это либо нам, либо родителям. Значит, кто-то должен быть рядом. Значит, участие родителей без этого никуда не денется. Никуда. Первое какое-то время, оно разное бывает. Именно для того, объяснять родителям это нужно, чтобы ребенок увидел вот этот результат. Нет результата, нет интереса. И начинается. А он вас боится.